Абонементы читальные залы научной библиотеки имени Лобачевского КФУ открыты для студентов, аспирантов и преподавателей на постоянной основе. Все, что нужно, чтобы приобщиться к сокровищнице мудрости – читательский билет. Приглашаем первокурсников для получения читательских билетов и учебной литературы в наш отдел. Мы находимся по адресу Кремлевская, 35. Отдел называется «Отдел абонементов». Расписание массовой выдачи вы сможете найти на доске информации деканата вашего факультета. Библиотека очень современная и предоставляет читателям множество возможностей, связанных с интернетом. В обычной библиотеке находится электронный читальный зал. Здесь вы можете воспользоваться нашими компьютерами, можете прийти со своими ноутбуками, которые мы вам подключим к интернету и к Wi-Fi. С наших компьютеров можно читать электронные книги. Также, зарегистрировавшись с наших компьютеров в электронно-библиотечных системах, таких как Библиоросика, Лань, Знаниум. Студенты могут воспользоваться сервисом «Библиотечный поиск», который позволяет проводить поиск как книг, так и учебных материалов, а также, что очень важно, статей и различных материалов из зарубежных источников. На главной странице сайта библиотеки расположено поисковое окно. Библиотечный фонд содержит почти 6 миллионов наименований, что делает библиотеку имени Лобачевского одной из крупнейших в России. Однако межбиблиотечный абонемент предоставляет еще более широкие возможности. Если в нашей библиотеке вы не находите здание, необходимое вам, вы можете заказать его во временное пользование по межбиблиотечному абонементу. Также есть такая услуга «Электронная доставка документов». Предоставление копий статей и журналов, отсутствующих в нашей библиотеке. С заявками вы можете обратиться в отдел обслуживания читателей на абонементах первый этаж библиотеки и также на электронный адрес mba@kpfu.ru. Читальный зал расположен на 5-м этаже. В нем собрана литература по естественно-научному, гуманитарному и юридическому направлениям. Ежемесячные выставки новых поступлений позволяют оставаться в курсе последних новостей. Книги у нас расположены в открытом доступе, которые вы можете увидеть на полках, а также существует закрытый фонд. В любом случае мы поможем при поиске любой литературы. Наши специалисты всегда помогут подобрать литературу по заданной теме, а также помочь при выписке ее из книгохранения. Получить информацию о книжных поступлениях и выставках можно в группе «Абонемент научной библиотеки имени Лобачевского» ВКонтакте, а более полную информацию о библиотеке можно найти на сайте kpfu.ru. Ксюша Дзен, Ленардо Влетьяров, Универньюз.